В мэрии Магадана провели заседание оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, обсудили подготовку к проведению единого государственного экзамена, дезинфекцию мест общего пользования и организацию отдыха детей летом. Первую лагерную смену проведут в дистанционном формате. Всего в областном центре организовали 21 площадку с общим охватом более 2000 человек. Питание в онлайн-смене, продуктовые наборы из соков, нектаров, фруктов, а также молочной продукции. Выдавать витамины и ланчбоксы будут раз в неделю. По словам организаторов, даже при сложной эпидемиологической ситуации нужно занять детей полезным делом. Конечно, нам надо совместно всем, и органам власти, и общественности, в первую очередь думать о своих детях и ставить перед собой задачу организации совместного их отдыха в летний период. Мы со своей стороны, мэрия города, мы, конечно, будем стараться организовывать и где-то рабочие места в тот период, когда будут какие-то послабления. Да? Это и пока организация дистанционных летних площадок. По словам организаторов детского летнего отдыха, если эпидемиологическая ситуация станет лучше, то вторую и третью смену можно будет провести очно. Общий охват на таких площадках – 155 человек. Все педагоги, которые участвуют в оздоровительной кампании, прошли курсы повышения квалификации. Приоритетные направления в лагерях в 2020 году – организация полноценного оздоровления и досуга детей, создание условий для развития личности ребенка, а также помощь детям, которые проживают в социально неблагополучных семьях.